Во все тяжкие по-уральски. В одном из пермских гаражей два жителя краевой столицы решили устроить центр прибыльного, но преступного бизнеса. Настоящую нарколабораторию обнаружили на Гайве. Завершено расследование уголовного дела в отношении двух мужчин, обвиняемых в незаконном обороте наркотиков. Отодвинули металлический стеллаж, и за ней оказалась комната. С резким запахом. Гараж со странными запахами и тайной комнатой сотрудники полиции по наводке нашли еще в январе. В ходе обыска полицейские изъяли около 800 граммов мефедрона, а также более 37 килограммов вещества на стадии приготовления и даже около 1,5 тонн перекурсоров. Также в гараже нашли химические реагенты, электронные весы и черновые записки наркодельцов. За что были задержаны? То, что занимался производством наркотических веществ. Я вот сколько готов пунктов он получал в результате производства. Так, сейчас скажу, 650. Там чуть меньше 1 килограмма. В отношении задержанных было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 5 статьи 228 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Им избраны меры пресечения в виде заключения под стражу. Предварительное расследование продолжается. А значит, горе предпринимателям наркобизнеса сейчас может сулить серьезный тюремный срок.